Зал концертного комплекса встретил более 300 участников, дизайнеров и моделей. Юные модельеры разных возрастов представили на суд жюри 50 коллекций в 6 номинациях: Fashion Street, Fashion and Nature, Романтика в костюме, Мода чудес, Конкурс одного платья. Это удивительный праздник, на который делают для нас дети, показывая свое творчество и свое видение в моде, в костюме, создавая себя на этом подиуме. Полет фантазии участников выражался в фасонах, материалах и тканях. Удивляли не только красивыми костюмами, но и постановками и идеями. «Дыхание ночи», «Ягодный калейдоскоп» — коллекция, посвященная 6-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов 1957 года, «Сон Фриды», посвященный мексиканской художнице Фриды Кало, коллекция в руссконародном стиле с использованием шинели, образы, показывающие, как менялась мода от эпохи Людовика XIV до Коко Шанель. Это и многое другое смогли оценить зрители во время показа. Судьями в этом году стали не только преподаватели кафедры дизайна в ГУЭС, но и студенты, победительницы прошлых лет. Также присутствовало и общественное жюри. Каждый год не похож на предыдущий год. Конечно, есть более сильные коллекции, есть новые направления, новые открытия у детей. Они осваивают какую-то новую технику. Поэтому, естественно, рост все время происходит. Традиционный финал – награждение победителей. Призерам вручили кубки, а также подарочные сертификаты, среди которых были и на обучение в театре моды «Пигмалион». Большинство дипломов и наград были отданы представителям Владивостока и Находки. Это награда за первое место в номинации «Fashion and Nature». Там у меня была коллекция, связанная с Францией, с югом Франции. Эта коллекция была сделана из нетрадиционных материалов. Я решила, почему бы нельзя воплотить ее в ткани. Натолкнула меня, я очень люблю Францию, Елисейские поля и лаванду. Меня очень это натолкнуло на создание коллекции. Мода без границ – это возможность для школьников найти свое дело жизни и с юных лет развивать профессиональное мастерство, творчески расти и создавать новые шедевры. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.